Для съемки средствами массовой информации стало доступным только оглашение решения суда по делу экс-мэра. Виктор Софьянов просил областной суд признать незаконным решение Орловского горсовета от 25 января этого года о его досрочной отставке. В суде апелляционной инстанции интересы Виктора Викторовича, как и в районном суде, представлял адвокат Милена Мирошниченко. Пока суд находился в совещательной комнате, в защиту Софьянова выступили и люди из зала. А и Виктор Викторович пришел и переселил нас. А ты что, врёшь, сидишь? По 15 человек, по 15 часов работал. И ничего не делал. Мы в 7 часов приходили к нему на работу, жалобим, что нас не переселяли в бывшие мэры. А он на 7 часов на работе утра. Вердикт суда был ясен и понятен. Заявление Софьянова Виктора Викторовича о признании незаконного решения Орловского городского совета народных депутатов от 25 января 2012 года номер 13-0213 ГС оставить без удовлетворения. Решение Советского районного суда города Орла от 2 февраля 2012 года оставить без изменений апелляционную жалобу Софьянова Виктора Викторовича без удовлетворения. По словам Софьянова, в деле смешалось все – и политика, и экономика, и финансы. И экс-мэр выразил готовность идти дальше. Говорить о том, что неисполнение полномочий, как бредом я это назвать не могу. Ну что ж, значит, Верховный суд, я в этом случае готов. И считаю, что это будет правильно. В городе под моим руководством не было лицевого, нецелевого использования. Поэтому я говорил тогда, вот у меня есть документ на руках, поэтому я подаю в суд на губернатора о защите чести деловой репутации. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».